Братья, молитесь о нас. Короткий стих. Во-первых, надо иметь братьев, хороших сестер, не быть одиноким. Ты можешь один жить, один в келье сидеть. Но кто молится о благовестии? А что, Павел говорит, молитесь о нас. Он чего просил-то? Чтобы дверь была широко открыта, чтобы нас принимали. Я скажу, что люди везде принимают. Вот прошлое воскресенье мы были на урывке, вы бы видели, как нас принимают. Ждут, приглашают, что-то пытаются нам дать. А мы говорим, мы ничего не берем, мы только даем. Да православные всегда только что-то просят. Значит, мы какие-то особые православные, евангельские православные, давайте так назовемся. Нам Бог дал Евангелие. И я его принял и уверовал. И принес, кто получил через нас. Значит, и вы связаны с тем 62-м годом, с 27 сентября, через меня уже. И через это вы восходите к посланиям Павла ко Христу. Протяните мысленно эту нить благодарности, Господи. Как хорошо, что меня нашел тогда. А ведь я сошел с корабля в этот день. Пошел, купил билет. Но до сеанса было далеко, я пошел. Но Бог знал, что я люблю. Я не пошел в притоны искать, как моряки, женщины и прочие, где желтые фонари горят. Я шел, и душа тосковала. Я Бога не знаю, я умру, я погибший. Я иду в кино, занимаюсь в библиотеках. 4 библиотеки только записан был. Где бы корабль не остановился, я быстро бежал в библиотеки. Я страшно много учился и мучился. Я не знаю спасения. Но с детства мама приучила помогать немощным, больным. И отец этому учил. И глаза машинально увидели бабушку, которая нагруженные сумки несет. Я сразу к ней подбежал. Мне 23 года. Моряк, сильный. 100% здоровье. И первый вопрос я бабушке задал, неся ее сумки. А у вас где-нибудь здесь молятся? Да в 23 года сегодня многие пойдут этим путем. Мое сердце было готово. Я каждый день благодарю Бога за тех людей, которые умерли, которые живы, которые трудились над моей душой, которые дали мне Евангелие, которое через меня распространилось на многие души. Я о многих могу сказать, печать моего апостольства вы в Господе. Вот мое доказательство против осуждающих меня. Это было настолько сильным потрясением, духовным переживанием, что я физически почувствовал прощение грехов. Я стал обновленный. Я не мог дождаться. Вечер уже, темняется. Лоцманский катерок отвозит на корабль, стоящий на рейде. Я только ногу перенес через борт, называется фальшборт. И первый матрос, который стоит, я ему сразу сказал, Христос умер за нас, он ждет нас. Налево поворачивай, второй лет. Я второму сказал. Я не мог дождаться, когда я увижу капитана, старшего механика, всем известить. И сразу же пошла молва. Все услышали, что я сошел с ума. И после этого 26 лет психиатрии и мучения. И тот, кто так и считает сегодня книгу, про одного, кто сидел и кипел, сколько он претерпел. Мне это пришлось пережить, чтобы другим передать опыт. И все это началось в день воздвижения. Он воздвиг меня от мертвых своим крестом животворящим. Я не знаю, воскрес ли тот мертвец, был ли он верующий. Это все может быть просто благочестивая мистификация. Благочестивый вымысел. Господь послал нас. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Во 2 Коринфянам 9:12. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу, когда мы что-то дарим. Мы приезжаем и дарим книги на 10 760 рублей в каждую библиотеку. Нынче за лето мы практически подарили на 150 тысяч. Это Бог сделал. И это только начало. Нужно, чтобы эта весть благая. Вот это начало, что мы делаем, пошло дальше. Мы, может быть, являемся начатком истинного благовестия о воздвижении креста Христова в душах людей, в православии. Сектанты это давно знают. 2 Фессалоникийцам 3:1. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. Ну какое доказательство, о чем молиться надо? Не о здравии, упокоении, а чтобы Слово Господне
И мы готовим ящики, готовим посохи, всю неделю готовимся. Дети проходят спевку. Какие уж там они певцы-то? Но Господь силен через детские уста тронуть и великанов. Чтобы люди пришли к крещению. Облеклись во Христа, как Киприан Карфагенский говорит, и одежда белоснежная, туника, которую Бог дает в крещение, она не бывает велика для младенца. Она не бывает мала и для взрослого. Деяние 12.5. Итак, Петра стерегли в темнице, а между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. На нас, может быть, готовится покушение, кому-то мы поперек дороги стоим, им кажется. И они поперек дороги могут стать. Бог обведет нас другой дорогой. И за них молитесь, за врагов, за противящихся, за творящих пакости. За еретиков, чтобы обратились, чтобы продлилось это доброе мирное время. Чтобы не было войны. И вот эта неслыханная и невиданная свобода еще продлилась. Колоссянам 4.5. Молитесь также и о нас. Что Бог отверст нам дверь для слова. Возвещать тайну Христову, за которую я в узах. Ну когда, какой епископ, священник в России говорил об этом, молитесь. Он тоже говорит, молитесь, я поехал. Ну, чтобы безопасность была, и батюшка уехал, мы молимся. Я говорю, батюшка, мы молимся только о том, чтобы было через тебя благовестие. Ты уже каждый год едешь и едешь к этим мощам, к Серафимам. Что ты ищешь среди мертвых мертвого? Христос воскрес. Возвести истину, встретиться с теми людьми, которые не знают Христа. Они умеют только анафематствовать друг друга, а не воскрешать. Ефесянам 6, 18, 19. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом. И старайтесь о всем самым, со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования. Каждая церковь об одном и том же пишет, чтобы дано было мне слово, что мне сказать. Ведь у меня вариации, какие я могу сказать сотни, если не тысячи, но какое нужно, я не знаю. Какое наинужнейшее, я даже не подозреваю, я только прошу, Господи, покажи, как. Мы просим, мы кланяемся и умоляем. Ну, услышит ли меня Бог или нет? Павел даже не был уверен, молитесь, молитесь. Чем больше мы будем освящать ворота небесные, очистить, тем быстрее Бог откроет. Все молитесь. Исаия 62.6. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Чем мы должны заниматься? В школу приходите, друг другу возвещайте. Какой стих ты вчера выучил? Ведь нет этого. Как вы будете жалеть, это вообразить нельзя. Сколько раз говорю, дети, в темное время не ходите по улицам. Продолжайте играть, бегать. Вы в наглую пренебрегаете меня и мои слова. Вы будете вопить. Рано или поздно ребенок будет потерян. И каждый схватится за вчерашний день, его не будет. Детям на улице в темное время делать нечего. Совершенно нечего. Пусть днем играют. Наступил вечер. Сейчас рано темняется. Слава Господу. Откройте Евангелие. Посидите. Телевизор выключите. Я предупреждаю вас, вы будете вопить, но ребят своих не найдете. Воруют детей везде, про нас далеко знают. И подметут с улицы, и будете спрашивать ребенка, видели, не видели, никакая милиция вам уже не поможет. Вам поможет послушание словам, которые я говорю. Посадите детей около себя вечером, обнимите их. Дети, вы напрыгались, наигрались, давайте посчитаем Слово Божие. Не выпускайте их, солнце коснулось горизонта, чтобы они у порога стояли уже, все. Я предупреждаю, может, в последний раз, через 2 недели меня уже здесь не будет, если я раньше не умру. И когда будет беда, она обязательно будет. Только потому, что я говорю. И вы тогда все это вспомните. Послушайтесь. Сегодняшнего дня, чтобы ни одного ребенка в темное время не было на улице. Прекратите подражать безбожному миру. Иаков 5.16. Признавайтесь друг перед другом в проступках. Вот признайтесь в этом, что вы не правы. Только застынет лед чуть-чуть, они провалятся под лед. Я каждый год предупреждаю, берегите детей. И молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Многое может усилить на молитву праведного. Исцелиться от упрямства своего. Все думаете, что-то много знаете. Не высокоумствуйте. Закон дан один для всех.
падаешь, спишь, встань. Филимон 1:22. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Мы можем это обратить и к себе, если мы будем хорошо молиться. Павел будет дарован нам, мы будем ощущать его присутствие, как бы среди нас. Это он нас сегодня просит, умоляет, молиться за благовестников, чтобы дверь широко была открыта. Мы едем совершенно в неизвестное. Мы не знаем, как и что будет. Семя только сеется, а птицы уже со всех сторон слетелись. Это демон, они там ждут уже нас. Они на дороге ждут, они везде, они здесь сейчас находятся. Ни одной литургии нет, ни одного без сатаны. Тем более здесь. Будете спать. Это делает сатана. Ходит и бросает цветок. Благовидной причиной вымелось на улицу. Это все в житии святого Макария Александрийского написано. Вы не думайте, что я пришел сам по себе, и у меня все будет как. Не будет так. Птицы налетели и поклевали. Я говорю, они уже сейчас воруют. Вот здесь. На работе истомились. Да не в работе дело-то. А ты заранее брось субботу. Пораньше. Да пораньше вставайте, чтобы сонный вид не был. А то воскресенье я полежу подольше. А наоборот, воскресенье надо встать пораньше. Филимона 1:19. Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. Чтобы Дух Святой путеводил нас, положил, что сказать на сердце. И сердца людей уже расплавил, чтобы они были готовы слышать. Чтобы была благодатная почва. Ну, правда, четвертая часть, она уже была готова, спахана. Римлянам 15:30-31. Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу. Я за себя молюсь, я умоляю, Павел говорит, я прошу за меня, молитесь, подвязайтесь. И за каждого, кто едет. Павел так нуждался в этом. Вы не думаете, что он просто для красного словца говорил? От этого зависело то, что впереди будет. И в каждом письме, я к одному Филимону пишет об этом же, Колхопщина пишет об этом, Деяния об этом, молитесь друг за друга. О чем? Чтобы исцелеть от упрямства, от своеволия, от искания своего. Подвязаться со мною в молитвах за меня, к Богу. Чтобы избавиться мне от неверующих иудеев. Чтобы нам избавиться от неверующих шарщинов, потеряевки. Они здесь есть. И они никуда не денутся. И это уже назначено Богом. Мы сейчас выйдем из храма. Мы первое разделение начнем делать по машинам кто куда. Вы знаете, на день воздвижения мы едем не только прямо по дороге, мы едем к небу. Как прекрасны ноги благовествующих мир. У тебя ноги больные. Знай, лучшее лекарство – это благовестие. Я знаю этот рецепт. И с этим рецептом я прошел 47 лет. У меня наследственно даже ноги болеть, у отца болели и прочее. И Бог сделает так, что твои болячки не будут тебе мешать, а будут помогать. Хорошо, что нога болит, никуда я теперь не пойду. Буду сидеть дома и считать Слово Божие. Я глухой, и отец глухой был, и бабка. Не только повреждения, но и наследственное. И мне так хорошо, я многого не слышу. Людям, правда, со мной трудновато. Когда крест воздвигнут в душе, тогда все содействует ко благу, к проповеди. Идти в городе намного легче. Зашел, и сразу 20-30 квартир в один подъезд. Здесь каждый двор надо идти. Просите, чтобы Бог сделал нас самих неупрямыми. Чтобы мы прислушивались, как трудятся другие баптисты, так называемые свидетели Иеговы. Отовсюду переняли опыт. Мы в самом начатке. И мы не знаем, насколько это правильно. Мы не утверждаем, что только так надо делать. Но нам опыта никто не оставил, кроме апостолов. Благословенным мы Господом, что пришли сегодня в храм и услышали, что у православных есть такой праздник воздвижения. Да воздвигнемся мы со Христом через Голгофу в небо. Аминь.